Есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас сегодня гость из города Суздаля, Мария Теплякова. Здравствуйте. Мария, я перед передачей прочитал листочек, чем ты занимаешься. Вот, спасибо, что предупредили. Вот, потому что я прочитал такой список разных жанров, можно сказать, и музыкальных, и литературных, чем ты занимаешься. Откуда это все пошло в твоей жизни? Вот, расскажи немножко. Так получилось, что с самого-самого раннего детства в моей жизни было много музыки и слова. Мои родители, они музыканты. Отец – композитор, гитарист, мама – пианистка. То есть в доме всегда звучала музыка. Шопен. Я помню с 2 лет Шопена. Я сижу на полу, и мама играет Шопена. Руки. Ее помню. И мне всегда читали стихи. То есть очень, очень много звучало слово. И отец, он со мной занимался стихами. Говорит, я тебя давай научу писать стихи, хочешь? Но это было немножечко чуть позже. 4 года, мне было 5. Вот. Это рифмы, слова, которые похожи друг на друга. Расчертил листок с этой стороны. Вот слова похожи, а здесь остальные слова. Вот. Потом был какой-то период жизни, да, учеба. Вот. Да, я училась в музыкальной школе, по классу гитары закончила. Вот дальше не пошла в музыкальное училище, пошла в университет учиться на философию. То есть так из крайности в крайность, в общем, получалось. Слово, как музыка, поиск, да, философия. Поиск, то есть, куда так приткнуться. И вот в итоге вы стали искать Бога, да, после философии? В итоге я стала звонарем вообще. Это вершина пока ваших достижений, да? То есть это были все-таки поиски, да? Конечно. И вы еще в храме поете? Я пою в храме. Это храм Успения Божьей Матери в Суздале. Но путь туда был длинный очень. Я жила в Калининграде, и там храмов в то время было очень мало.
это был 99-й год, и я шла по площади, и мне было как мысль такая, что просто зайди, вот я хочу петь в храме. Я зашла, спрашиваю, я хочу петь у вас, вот можно это сделать? Мне говорят, ну заходи. Добрые люди. Да, и все, меня взяли на клирос, я там пропела года два. Вот. И потом через 10 лет уже в Суздале я опять пошла в храм. Был период? Петь. Да. Ну, то есть понятно, что постоянно было творчество, да, в вашей жизни? Да. Город Суздаль, он какой? Большой, маленький? Я только видел на картинках, на фотографиях, очень хочется побывать у вас. Расскажите вот вкратце. Город Суздаль, он маленький и удивительный тем, что там все небо. В Суздале. И там нельзя строить высоких домов выше трех этажей, поэтому там дома, деревья, храмы и небо. Да, он очень маленький, его можно весь пройти за полчаса. Там 4 действующих монастыря и храмов, я не знаю сколько, около 40, наверное, очень много. Хорошо. Ну, вы выбирали между музыкой и словом постоянно. И соединяли это, эти два вида деятельности. А что-нибудь из стихов вы можете прочитать его сейчас? Суздальский я прочитаю стих, сонет. Называется «Улыбка бабочки». «Улыбка бабочки летает над тобой и не стремится стать твоей судьбой. Она себе пути не выбирает, в лучах заката весело сгорает. Ей дарит август несколько минут, молочный пар над речкой помянуть». И в алфавит кипрея и полыни вписать еще одно земное имя. Бог весть, о чем печалишься, душа, здесь ни бумаги, ни карандаша. Будь весь Ильинский луг тебе началом. Глазасто небо, бабочка слепа, но повторяет в точности слова, которые от Господа слыхала. Хороший образ. И... Это, я понимаю, конечно, что это постоянно в душе, ну, живет, постоянно происходит работа внутренняя, потому что, как у Александра Сергеевича, еще минуты и стихи свободно потекут. Да. Но до этого надо еще дожить, правильно же? Да, это постоянное ожидание. Целый процесс. Поэзия – это постоянное ожидание, потому что стихи приходят редко, и пока их нет, думаешь, ну, а поэт ли я вообще, тем ли я занимаюсь, да, может быть, уже ничего не придет, то есть ждешь, оно накапливается, накапливается, и потом как чудо такое. Вы хотели еще спеть песню, потому, так как сейчас идет Великий пост, у нас такая передача великопостная. В моей жизни недавно появились гусли, буквально несколько лет. Я влюбилась в этот инструмент и пою духовные стихи. Сейчас пою духовный стих, который относится к посту. Называется он «Плакася Адаму». То есть это речь идет про плач Адама, которого изгнали из рая. И вот они с Евой сидят напротив рая и понимают, чего они лишились, плачут о потере. Красный мой раю, мне
Спаси, Господи. Это был духовный стих «Плач Адама». Угу. Я хочу прочитать свое стихотворение, которое родилось как продолжение этого стихотворения уже как в современном мире. Угу. Как часто бывает, что Адам, мужчина, да, вот где-то, состояние а женщина... Адама. А женщина остается, и вот белое поле, как белое море, холодно, дверь затворяю, печку топлю и пеленки стираю. Раю мой, раю. Где ты, Адаме? В нашем краю долго не слышала флейту твою. Создан один, и один умираю. Раю мой, раю. Просится пес в тишину и тепло, голос твой нищим стучится в стекло. Дети играют, день догорает. Раю мой, раю. Раю исхоженный, северный край. Вытоптан двор, покосился сарай. Низкое небо и ветер. Где ты? Твое вспоминаю лицо, скоро отправятся вслед за отцом малые дети. Выросли вязы, что ты поливал, солнце пригреет, пробьется трава. Я из-под снега травой прорастаю, раю мой, раю. Спасибо, Господи. А я написал песню на днях. Интересно послушать, споет. Еще только матушка у меня слышала. Я на ней тренируюсь, смотрю на нее лицо, как она воспринимает. Она все время занята чем-нибудь. Ну, вот такая песня, она созвучна тоже в этом ключе. Давным-давно мне ветер напевал мелодии веселые, простые. А я друзьям мелодии играл и думал, что друзья мои святые. Одна из них мелодия была прекраснее цветов земного сада. Она во мне дышала и цвела, душе моей награда и отрада. Но шли года, осенняя листва навеяла мне новые напевы, а в них звучат печальные слова. Друзья мои, единственные, где вы? Страстей моих холодная зола и белым снегом сад мой запорошен. Давным-давно мелодия была о чем-то добром, светлом и хорошем. Спасибо. Спасибо, Господи. Красиво как. Я немножко сократил, там еще. Хорошо. Да, ну, на самом деле мы все и все об одном. Да, о том, что душа истосковалась здесь на земле по раю. И вся наша жизнь, можно сказать, это стремление вернуть себя в райское состояние. Каждый пытается, кто как может. Понимаю, есть да. И псевдосостояние, есть псевдорай, который нам дьявол предлагает. Ну, я так понял, что вы все-таки ищете истинный рай, возвращение, ключ возвращения. Ну, творчество, я считаю, что это один из самых верных путей. Хотя и враг на этом творчестве искушает, и гордыней, то, что я что-то могу, что я могу что-то творить, я. И вот, ну, может быть, то, что там вас создали... Тихо, спокойно, провинциально. Шумов нету здесь, здешних городов, мегаполисов, стремительной жизни. Может, и хорошо оставаться. Там есть возможность вот, оставаться в этом состоянии духовном. Но для этого все равно, конечно, надо поддерживать. То есть стремиться вверх. Потому что если ты не стремишься никуда, то ты сразу... Ну да, конечно. Да там... это везде так.
конечно. А гусли в вашей жизни как появились? Вот хотела перейти так сразу. Гусли в моей жизни появились практически сразу с колоколами, чуть-чуть позже. У меня в Суздале есть учитель, гусляр, звонарь, всея Руси, как его везде представляют, Валерий Гаранин. Вот. И я у него училась сначала на колоколах, вот, ну и потом на гуслях. Он в Суздале живет, да? Да, он живет в Суздале. То есть местный самородок или что? Да. Он очень долго работал в Суздальском музее-заповеднике, в Спасо-Ефимовом монастыре. Там уникальная звонница, 19 колоколов. Вот. Он там долгое время звонил, сейчас ушел и звонит в том же храме, где я, вот, в храме Успения. Вы объединились. Да, он по субботам и воскресеньям дает концерт колокольный. Концерт колокольного звона. Здорово. Я об этом мечтал. Ну, я тоже так подобное делал. Но это очень трудно все. Ну, нужны люди, нужно. В общем, может, горящие люди, которые это любят. И это все очень способствует духовному состоянию человека. А что у вас еще есть? Вот, вот из гусельной музыки или из стихов, что вы еще хотели сегодня? А, ну, я вообще привезла вам книжечку в подарок. Да? Да. Книжечка «Словарь зимы». Вот. Это ваша первая книга? Это вообще третья книга. До нее были две тоненькие книги стихов. Это вот такая она. Сборник тоже за 10 лет. Это то стихотворение вы отсюда читали, да? Да. «Улыбка бабочки» это отсюда, да-да-да. Книжка издали друзья в Риге. Русские люди, которые там всячески русскую культуру поддерживают, продвигают. Вот. Я недавно в Риге выступал с концертом. Вот, в доме архитектора. Пригласили меня тоже. Там очень тепло встретили. Я так открыл книжку и прочитал несколько строк. И не найду никакой строки, которая во мне... Ну, бывает же, сразу открываешь книжку, или с конца обычно листаешь, или так. Смотришь, как-то, а тут все трогает. Для меня это все правильно. Я прочитаю обязательно. А кто-нибудь поет на ваши стихи? Или что-то? Были попытки? Поет Елена Фролова. Елена исполнитель, Фролова? Да, из а как Москвы. Мне найти? Я давно хотел пригласить. Где она живет? Она живет в Москве. В Москве, да? Да, можно пригласить, мы с ней общаемся. Трудно. Серьезно? Да. Вот она как раз «Улыбку бабочки» поет. Да? Да, еще у нее есть песни. Здорово. Мария, а ты не могла бы что-нибудь, вот какое-то свое стихотворение прочитать, аккомпанируйся на гуслях? А, ну, можно попробовать. Я это буду делать первый раз. Да? Да. Ну, у нас творческая передача. Может, вы мне поможете на гитаре? О, тональность какая? Тональность фа минор. Фа минор. Угу. А как стихотворение начинать? Стихотворение называется «Господи, любви твоей так много». Хорошее название. Господи, любви твоей так много. Лестница ведет на колокольню, в небо рукотворная дорога. Колоколу маленькому больно, человеку вольно. Будет ветер над рекой, над Ильинским лугом, словно снится, наплывает вечер и преображается округа. Хорошо стоять под небесами, голос, голубь, ливень золотистый. Разве мы могли придумать сами, чтобы в этом было столько смысла?
можно полететь, такое небо. Хочешь вниз, спускайся осторожно, птица, человек. Да кто б ты ни был, все, что взять сумеешь, будет можно. Ты придешь под сумрачные своды вечером пешком с автовокзала и спрошу у Господа свободы, чтоб любовь меня не покидала. Что-то получилось. Слава Богу. Ладно, чтобы любовь не покидала. Да. Передача подходит к концу уже. Я понимаю, что ты в жизни не одна, что тебя окружают разные люди. Так же просто так не бывает. Родители, друзья. Детки. Детки. Любимые. Да. А ты их воспитываешь также, да, в искусстве? Или они спортсмены у тебя? Спортсменки. Одна швея. Да, мотористка. Танцор, да, мотористка. Другая. Писатель, наверное, будет тоже. Музыкант. Угу. В общем, чему-то я у них учусь, чему-то они у меня так вот как-то живем. А поем. К храму вы приучаете их, да? Ну, конечно, ходим в храм. Угу. Звонят они... на Пасху иногда даже. Они споют, причащаются всегда? Да. Ну, это хорошо, что наши дети воспитываются. А пост они держат? Стараются. 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 Не знаю, сколько получается, но так по силам. Наверное, конфеты исключили из рациона. Ну, что еще добавить к нашей сегодняшней передаче? Вы, наверное, хотели поблагодарить, да, кого-то, ну, того, кто вас учил, и кто вам учил, помогал. Кто любил, кто направлял. Я не думаю, перечислять-то нет смысла. Ну, да. Так вот, так Господь знает всех. Всех любимых, близких благодарю. Ну, и как раз пост благоприятствует молитве, да, за своих близких. Можно помолиться. Да. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами была Мария Теплякова из города Суздаля. Божьей всем помощи и приятного поста.